На самом деле, конечно, эту ситуацию нужно рассматривать с точки зрения катастрофы. Мы слышим, что 1 миллиард и 200 миллионов рублей планируется потратить на столбики. Ну окей, ладно, хорошо, может быть, это очень нужно. Опять короткие аукционы по закупкам этих саженцев и так далее, и так далее. То есть вот эта вот история с зеленой Башкирией вообще рискует превратиться вообще в виртуальную. Мы попросили исследовать заново доказательства это решение арбитражного суда, которое говорит о правомерности и невиновности Гурева. Пообщавшись с ней 6 февраля, она была тоже с нами в Невостроево, я сделала для себя выводы, что с этим человеком мне не по пути. Сегодня в выпуске мы обсудим оперативку, прошедшую вчера в Белом доме, а также осветим еще два важных события после этого. Просмотрите его, пожалуйста, до конца. Начнем с оперативки. Оперативки продолжают быть нескучными, но в этот раз оперативное совещание правительства было еще и очень насыщенным. Начали с антиалкогольной темы. Я имею в виду инициированные администрацией Хабирова многочисленные сходы граждан в селах на тему борьбы и порицания самогоноварения и пьянства вообще. Господин Сидякин сообщил о том, что он провел почти 3000 сходов граждан в Республике Башкортостан. Честно говоря, незаметная эта работа из столицы поражает воображение своим масштабом. 3000 мероприятий провести за такой короткий срок, да еще на одну тему, это, конечно, надо было суметь. В общем, конечно, тема универсальная. Борьба с алкоголизмом и пьянством, безусловно, ни у кого не вызывает отторжения. Конечно же, вызывает одобрение у здравой части населения, в том числе и на селе. И несмотря на глубочайшую алкоголизацию народа в Республике Башкортостан, вызывает поддержку у, ну, скажем так, цивилизованной части этого народа и населения. А в целом, что было предложено? Предложено было бороться с самогоноварением и незаконной торговлей алкоголем в деревнях. Дело в том, что в подавляющем большинстве проблемных районов, где подобные явления процветают, торговля алкоголем из домов, из подвалов и через калитки, в общем-то, конечно, в первую очередь спровоцирована отсутствием легальных точек торговлю, то есть есть поселения, их очень много, в которых нет вообще никаких торговых точек, где нужно за хлебом и за водкой ездить в какое-то соседнее село. Естественно, предприимчивые граждане находят для себя выход в торговлю алкоголем. Но хуже всего это те, кто либо сами производят суррогаты, либо изготавливают самогон на продажу. Соответственно, этот процесс тоже процветает. Но тут есть некое противоречие между борьбой администрации Хабирова с этим пагубным явлением и, в общем-то, уголовным и административным кодексом, которые вполне себе полноценно описывают ответственность за подобные деяния и, конечно, вызывают некое недоумение бездействия органов правопорядка. На совещании даже показали несколько кадров, где там всякие участковые, старшие и младшие разводят руками и просят помощи населения, но прямо выглядят совершенно беспомощными, при том, что простыми рейдами и конфискациями, в принципе, можно было давно уже навести порядок. Ну да ладно. Единственное, что насторожило в этой истории в борьбе с алкоголем, это то, что и Хабиров, и главы районов считают критерием победы и критерием успеха в этой борьбе увеличение легальной продажи водки. Вот тут я бы, конечно, поспорил, потому что, ну, как-то бороться с подобным в данной ситуации, наверное, было бы нелепо. В частности, глава Абзелиловского района, где очень тяжелая ситуация с этой проблемой, рассказал, так радостно рассказал Радио Фаритовичу о том, что он уже 80% точек самогоноварения и нелегальной торговли победил, и теперь у него резко выросли показатели башспирта в районе. Ну, в общем, конечно, прямо скажем, замещать плохую водку хорошей – это, наверное, половина дела. Хотелось бы добавить еще и юридический аспект, который попытался внести в эту проблему юрист Хабиров, а именно то, что Ради Фаридович предложил запретить торговлю алкоголем во время сабантуев и всяких дней знаний и так далее –
Вообще есть некие регламенты ограничения по торговле алкоголем во время массовых мероприятий и событий в зоне их проведения и прилегающих территориях. Видимо, в данном случае речь идет о том, чтобы запретить торговлю алкоголем прямо в целом во всех населенных пунктах, в которых проходят эти мероприятия. Ну, в принципе, наверное, в этом нет тоже ничего плохого, хотя народ выход найдет обязательно и будет запасаться заранее, это мы прекрасно понимаем. Характерно то, как Хабиров описал этот процесс, цитирую его: «В первый раз, может быть, и не понравится, имеется в виду вот это отсутствие алкоголя, будут скучными ходить. Ничего, в следующий раз привыкнут, будут веселыми ходить». Ну, как-то немножко отдает в этом выражении таким барством и назиданием, но посмотрим, насколько веселыми будут ходить граждане Республики Башкортостан на безалкогольных сабантуях. Следующим вопросом был доклад Максима Забелина на тему оснащения районных медицинских центров и межрайонных медицинских центров медицинской техникой и укомплектование их врачебным и медицинским персоналом. Первая часть доклада министра Забелина была абсолютно позитивной, гладкой и мажорной. Забелин доложил о том, что федеральный центр обязуется оснастить наши медицинские межрайонные центры всевозможной чудо-техникой, включая рентгенографы и так далее, и так далее. То есть вот это чудо 21 века — рентген появится в деревнях и селах. Ну, в принципе, так, по списку там все очень хорошо отчитался. Здесь капитальные ремонты, там оснащение, здесь дополнительное оборудование, все, значит, чудно и благородно. Дальше он перешел к комплектации медицинских учреждений врачами и медицинским персоналом. Но здесь, конечно, все дело очень плохо, потому что по информации господина Забелина в республике не хватает 1100 врачей и 900 сотрудников младшего медицинского персонала. И прошу заметить, все это на фоне колоссального сокращения численности списочного состава медицинских учреждений, то есть это меньше минимума на очень много-много, на 2000 человек. Кроме всего прочего, Забелин отметил катастрофическое состояние в некоторых городах, во многих даже, сказал бы я, городах республики, укомплектованности врачами. Салават, Стерлитамак — просто катастрофа. В Салавате 40% укомплектовано врачей и младшего медперсонала, то есть меньше половины. Население не может получить полноценного медицинского обслуживания, некоторых специалистов нет вообще. То есть, прошу заметить, это недалекие алтайские деревни в горах, это вполне себе крупные промышленные города, в которых отсутствуют специалисты медицинские. Тем не менее, Забелин попытался немножко скрасить вот эту мрачную картину тем, что в последние два месяца он смог привлечь там порядка 316 человек медицинского и врачебного персонала в учреждения республики. На самом деле, конечно, эту ситуацию нужно рассматривать с точки зрения катастрофы. Забелин перечислил всякие меры, способы и средства, с помощью которых они будут привлекать и удерживать врачей в деревенских и сельских медицинских учреждениях. Это и предоставление жилья, это и льготы на ЖКХ, это места в детских садах, это даже по миллиону там каким-то специалистам будут выдавать за то, что они поедут работать в деревню. Вообще, вот вся эта история выглядит очень странно. Пытаясь и последовательно сокращая численность и качество медицинского обслуживания, система медицинского обеспечения в России и в Башкирии столкнулась с тем, что люди не хотят работать в медицинской сфере. Вот я вообще был в 30 странах мира, в том числе во многих очень бедных странах. Во всех этих странах врач – почетный и вполне обеспеченный человек. В бедных, нищих странах, таких как Шри-Ланка, сектор Газа, Палестина, североафриканские страны, которые я во множестве объехал, и Латинская Америка, везде врач – это исключение. Страна бедная, а врач вполне себе обеспеченный. Государство даже там понимает, что врач должен быть хорошо обеспечен, хорошо оплачиваем. Соответственно, вот в этой ситуации, когда в панике ищутся методы стимулирования
и методы привлечения этих врачей в деревню и в сельскую местность, вообще-то есть простой рецепт. У меня вопрос, а вы платить зарплату не пробовали людям? Нормальную зарплату, которая даст основание человеку понимать, что он оплатит ЖКХ, купит себе жилье в ипотеку или за деньги, устроит ребенка в детский сад и так далее, и так далее. Все очень просто. Надо платить нормальную зарплату, а не привлекать вот этих несчастных выпускников какими-то там деревянными домишками и каким-то несчастным миллионом в зубы с обязательством 5 лет не покидать медицинское учреждение, в котором не будет бинтов, в котором не будет техники, но он там будет работать. Пожалуй, что центральным вопросом оперативки был вопрос под названием «Текущая ситуация по ямочному ремонту». По этому вопросу выступали два человека. Первым выступал Киреев, и, к моему удивлению, выступление Киреева в основном было не про ямочный ремонт, а в основном было почему-то про создание системы препятствования паркования на газонах. Ну, та тема, о которой уже многократно и многочисленно говорили на предыдущих заседаниях и так далее. Хотя Киреев, конечно, начал с ям, видимо, из приличия. Сообщил, что 450 заявок было собрано через систему «Дорожный эксперт». Подворовой обход выявил 16 тысяч ям во дворах городов и дорог. И, ну, вообще, в принципе, на дорожном покрытии в республике. В 1897 дворах, ну и там дальше цифры о том, сколько они уже отремонтировали и сколько собираются отремонтировать. Дальше он плавно почему-то перешел к парковкам на газонах, сообщил, что 9 апреля, на следующий день после оперативки, госсобрание уже примет закон о штрафах. Вот даже Киреев с таким пренебрежением убежденно говорит о том, что сделает госсобрание по указанию правительства. И дальше Киреев перешел к главному вопросу. Он нам сообщил, что у него есть некий план ограждений, согласно которому он в ближайшее время совершит следующие подвиги Геракла. Вот здесь внимание. Сейчас мы переходим к цифрам и к их анализу, который нас должен навести на очень серьезные выводы. Так вот, Киреев планирует установить 74 320 столбиков ограждения на общую сумму 178 миллионов 380 тысяч 600 рублей, ограждающих конструкций, ну, в переводе на русский язык, заборчиков, 129 тысяч 895 погонных метров на сумму 399 миллионов 55 тысяч, и оборудовать парковочные карманы, то есть такие, ну, на улицах парковочные места заасфальтированные, в объеме 403 837 квадратных метров или 23 308 парковочных мест на сумму 611 471 180 рублей. В общей сложности господин Киреев планирует потратить на эти чудесные мероприятия 1 миллиард 188 миллионов 900 тысяч рублей. Ну, сумма, прямо скажем, большая. Особенно учитывая, что его доклад последовал сразу за докладом господина Забелина, поведавшего нам о бедственном, катастрофическом положении медицины в Республике Башкортостан, мы слышим, что 1 миллиард и 200 миллионов рублей планируется потратить на столбики. Ну окей, ладно, хорошо, может быть, это очень нужно. Но теперь возьмем в руки калькулятор и проанализируем цифры, которые нам сообщил Киреев. Что такое столбик ограждающий? Это 1 метр трубы диаметром 100 мм, как-нибудь покрашенный, забитый в землю и, может быть, забетонированный в основании. Я навел справки у специалистов, у тех, кто работает с дорожным хозяйством, тех, кто изготавливает металлоконструкции и так далее. Так вот, один такой столбик вместе с установкой его в землю будет стоить примерно 500-600 рублей. Речь идет об одной штуке. Напомню, господин Киреев собирается установить без малого 75 тысяч подобных столбиков. Так вот, если сметную стоимость этих столбиков по господину Кирееву разделить на их количество, мы получаем стоимость, внимание, 1 метра трубы, покрашенной как-нибудь краской и забитой в землю, 2400 рублей. Дальше, ограждающие конструкции. Господин Киреев не сообщил нам, какова будет
конструкция этих конструкций, простите за тавтологию. Ну, я подозреваю, что это будет прямоугольный заборчик, сваренный из профилированной трубы размером 40 на 40 или 50 на 50, квадратная труба, также покрашенный как-нибудь краской и потом вбитый на тех же столбиках в землю. Так вот, погонный метр этого металлического заборчика будет стоить, согласно Кирееву, 3072 рубля. Погонный метр. Стоимость подобного заборчика, обратите внимание, не себестоимость, а стоимость уже с прибылью изготовителя и монтажника, не превышает 1000 рублей. Идем дальше. Парковочные карманы. Собственно, речь идет об асфальтировании твердых покрытий толщиной примерно 5-6 сантиметров. Господин Киреев собирается оборудовать 23 308 парковочных мест площадью 18 квадратных метров каждая. Так вот, 18-метровая заплатка асфальта на уже твердом покрытии господину Кирееву собирается произвести за 26 234 рубля. Или за 1514 рублей квадратный метр. Те же самые специалисты по дорожному строительству говорят, что один квадратный метр асфальта, уложенного, укатанного, ну, со стоимостью асфальта и работы, естественно, на твердое покрытие, в среднем обходится 500-700 рублей. Я не берусь утверждать или обвинять до принятия судебного решения в отношении господина Киреева, который, я надеюсь, когда-нибудь случится. Однако, на мой взгляд, по моему субъективному суждению, и без всяких элементов оскорбления власти, а более того, я, пожалуй, что восхищаюсь господином Киреевым, цены в этих расчетах завышены от 3 до 5 раз. Учитывая объемы тех заказов, которые собирается разместить господин Киреев, цены должны быть еще ниже, чем те, которые я сообщил, которые я получил от специалистов. Однако господин Киреев тут же оговорился, что нужно запускать короткие аукционы по поводу этих столбиков. Представляете? Тысячи, если не десятки тысяч этих коротких аукционов по 100 тысяч рублей, ну вот эти суммы. Хотелось бы напомнить господину Кирееву, что законодательство наше о государственных закупках не позволяет разбивать однородные закупки на дроби вот эти по 100 тысяч, и тем более делать их у одного и того же поставщика. Видимо, господин Киреев не очень-то придает внимания таким мелочам, как законодательство о госзакупках. Ну, в общем-то, конечно, меня ошеломил вот этот вот подход господина Киреева, его масштаб. Мы все помним его новогодние качели, которые тоже так и осталось неизвестным, за чей счет были куплены, почем были куплены, где, у кого, у какого красногорского поставщика господин Киреев купил так быстро много качелей, которые к Новому году у нас поставил, я не помню. Так вот, вот эти столбики, заборчики и парковочные места, ну это просто какая-то гигантская афера, которая вот надвигается и которая, в принципе, вот, уже вот у нас она на столе лежит фактически. В общем, конечно, я в шоке от предложений господина Киреева, особенно на фоне доклада господина Забелина. Далее, в рамках доклада о ямочном ремонте, дали слово господину Мухаметьянову, который, собственно, и является вообще-то ответственным за всякие дорожные работы. Господин Мухаметьянов поведал нам бодренько совершенно другие цифры, которые в определенной степени противоречили цифрам господина Киреева. Видимо, они там в ссоре, не разговаривают между собой, их ведомства никак между собой не пересекаются. Мухаметьянов, ничтоже сумнявшийся, выложил нам совершенно иные цифры. Ну, там, что не 450 заявок поступило в систему «Дорожный эксперт», а 1719, что отремонтировал он по графику за последние 38 дней 27 300 ям, а не 16 тысяч, как говорил Киреев. Ну, в общем, неважно, там у них явное, значит, противоречие и противостояние в этих цифрах. Но господин Мухаметьянов поведал нам одну феерическую, совершенно фантастическую вещь. Хабиров прямо ему сказал, что он очень недоволен тем, что там речь идет о каких-то там тысячах или там даже десятках тысяч ям. Хабиров так жестко поставил задачу, сотни тысяч должны быть отремонтированы. И тут внезапно Мухаметьянов выдал данные. Видимо, проговорился. Он сообщил нам, что по плану Госкомтранс в рамках ямочного ремонта должен отремонтировать к 15 июня
505 973 ямы. Вот прям вот так. 505 973 ямы. По графику. Возникает сразу вопрос, а вообще зачем городили вот эту историю с интерактивными картами, вовлечением граждан в это все, какими-то этими отчетами, попытками все это выявлять? У господина Мухаметьянова уже план есть. Абсолютно точный, до последней ямки. 505 973 штуки он отремонтирует. Вы хоть карты городите, хоть что городите. У него план. Более того, господин Мухаметьянов сообщил, что все работы идут по графику. И если соотнести то, что он сказал, с тем, что он планирует, взять калькулятор и посчитать, получается интересная арифметика. Если за 38 дней, вот, уже прошедших с момента начала ямочного ремонта, господин Мухаметьянов отремонтировал 27 300 ям, то простые арифметические манипуляции говорят нам о том, что если темп работы Мухаметьянова удастся сохранить, на оставшийся объем до 505 973 штук ему потребуется 704 дня. Напомню, что ямочный ремонт должен быть закончен 15 июня. То есть у нас всего-то осталось там 60 с небольшим дней. Однако арифметика говорит нам обратное. 704 дня. Хорошо, будем предполагать, что господин Мухаметьянов неимоверным образом ускорится. То есть не то, что как сейчас еле-еле будет ремонтировать ямы, а начнет ускоряться. И даже применим теперь уже высшую математику и предположим, что господин Мухаметьянов ускорится не просто очень хорошо, а прямо-таки по экспоненте. Однако экспоненциальный расчет подразумевает, что разгон-то вначале получается, ну, скажем так, несоразмерным конечной скорости. И вот эти два месяца, которые остались господину Мухаметьянову на завершение его грандиозных планов, на их свершение, они никак не позволяют ему выполнить эту задачу. Даже если он начнет ускоряться, значит, на 10-15% каждую декаду, что невозможно на самом деле для ведомства господина Мухаметьянова, у него все равно ничего не получится. Я делаю совершенно печальный вывод о том, что на самом деле все вот эти цифры, все вот эти отчеты и даже все вот эти споры по поводу карты, по поводу вот этих вот достоинств, их недостатков этой карты, которую, кстати, Ради Фаридович теперь признал на 90% готовой. С ней ничего не случилось за неделю, но вот на прошлой неделе она никуда не годилась, то есть вот это театрально-постановочное было выступление госпожи Прочаковской, драматическое с заламыванием рук и прочее, прочее. А теперь она на 90% готова. Так вот, все это вместе, это какой-то цирк с конями. Вот эти безумные миллиарды на ремонт дорог, вот эти столбики, ограждения, парковочные места и ямочный ремонт Мухаметьянова, все это вместе, это даже не 2 миллиарда. Это, если мне не изменяет память, миллиардов эдак 20. Вот эти все вещи абсолютно неконтролируемые, абсолютно подаваемые в виде каких-то ложных, несовмещающихся цифр. Баланс не бьется, но никак. Арифметические расчеты не позволяют предположить, что все, что сказано было на этой оперативке, правда. В общем, конечно, это какая-то катастрофа на самом деле, потому что министр и вице-премьер, которые не могут представить публике достоверных цифр, хотя бы так, чтобы они не вызывали сомнения, не исполнение их, а сами цифры, сроки, цифры, цены, это уже ну, либо какая-то крайняя стадия пренебрежения населением, в том смысле, что полагая, что население в Башкирии так спилось и так, значит, увлеклось самогоноварением и алкоголизмом, что уже не в состоянии взять калькулятор и посчитать, либо это настолько же вопиющая некомпетентность. Министр и вице-премьер оба математически не готовы быть в правительстве, на мой взгляд. Может быть, надо проводить ЕГЭ в качестве аккредитации этих специалистов. То есть, по крайней мере, тому блоку правительства, которое занимается деньгами, экономикой, какими-то техническими аспектами. Может быть, еще какие-то меры надо предпринять. Может быть, надо купить в правительство калькуляторы. Я не знаю, Тажидинову надо дать задание. Пускай сгоняет в соседний канцелярский магазин, принесет там 15-20 калькуляторов. Может быть, дело наладится в правительстве. Но пока вот эти цифры вообще не бьются между собой. Последним вопросом на оперативке был вопрос проекта «Зеленая Башкирия», вот этих вот торжественных, веселых посадок под музыку
деревьев крупномеров. Ну, вообще, тут все совсем печально. Как отметил тот же самый Киреев, ни один муниципалитет не откликнулся на эту инициативу в Башкирии, не опубликовал на своих сайтах информацию об этих мероприятиях и вообще, как говорится, не стал к этому всему готовиться. Несчастный Киреев сообщил, что он планирует закупить 17 тысяч крупномеров деревьев для посадки, что, кстати, тоже стоит колоссальных денег и что, кстати, тоже никак не контролируется. Никто никогда не проверит столбики Киреева, заборчики Киреева, крупномеры Киреева. Однако 17 тысяч крупномерных деревьев высотой более 2 метров господин Киреев собирается закупить за счет бюджета и как будто бы посадить в городах и селах Республики Башкортостан. Кроме того, что Киреев отметил полную игнор со стороны муниципальных образований вот этой идеи Хабирова и Киреева о посадке деревьев, Киреев отметил, что присутствующий на совещании Мурзагулов также полностью забил на пропаганду этого мероприятия. Киреев повторно с гневом потребовал, значит, организовать информационные доски, транспорт, соцсети, баннеры, там, листовки с вертолетов разбрасывать. Напомню, что до посадки этих деревьев осталось меньше 3 недель, ничего не готово, саженцы не закуплены, Мурзагулов играет на гитаре. Но опять короткие аукционы по закупкам этих саженцев и так далее, и так далее. То есть вот эта вот история с зеленой Башкирией вообще рискует превратиться вообще в виртуальную. В том смысле, что ничего не будет сделано, но, скорее всего, отчитаются. Печальнее все это выглядело, вся вот эта вот возня, все вот эти фейковые проекты на фоне отчета Максима Забелина. Вот он на самом деле испугал. Если в случае с ямочным ремонтом последствия будут всего лишь банальное растрачивание там, или хищение денег, то в случае с Забелиным мы наблюдаем катастрофу в здравоохранении на фоне отсутствия денег. В общем, на этом оперативка завершилась. Не могу сказать, что она нас всех порадовала, но я хочу подытожить. По-моему, нам нужно самым тщательным образом взять под контроль вот эти процессы с дорожным строительством и ямочным ремонтом. А особенно с этой затеей с железными заборчиками, которые вот на 1 200 000 000 нам попытается установить Киреев. Самым тщательным образом нужно отследить все вот эти контракты, посмотреть, кто их исполнитель, каковы сметы. Потому что, помните, Хабиров на 800 миллионов рублей решил осветить наши города и села? Так вот сейчас стартует закупка этих ламп для освещения. И по моим пока еще не подтвержденным данным, цена в этих аукционах вдвое-втрое превышает розничные цены этих лампочек. Но я еще это уточню, обязательно проверю, то есть вот данные документы получу, но боюсь, что с заборчиками будет примерно то же самое. Сегодня мы посетили судебное заседание по апелляции на решение районного суда на арест Евгения Гурьева. Честно говоря, 1.5 часа ждали начала заседания, но для нас это заседание продлилось ровно 30 минут. Как только я зашел в здание суда, в зал суда, судья объявил процесс закрытым. При этом у меня сложилось впечатление, что на самом деле процесс еще даже не начался, что является нарушением процессуальных норм ведения судебных заседаний. Никаких ходатайств оглашено не было, но судья, увидев меня, сообщил, что процесс закрытый. Но здесь надо будет юристам разбираться с этим, будет ли подана жалоба на действия судьи, мы еще посмотрим. Но после заседания нам удалось взять интервью у адвоката Евгения Гурьева, и она дала более подробное объяснение тому, что сегодня произошло. Решение суда таково. Постановление Советского районного суда 3 апреля об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Гурьева оставлено в силе. Оно может быть обжаловано в кассационном порядке, но сейчас Гурьев Евгений Александрович остается под стражей. На ваш взгляд, течение сегодняшнего судебного разбирательства было в рамках правил и процессуальных норм? Оно было в рамках, однако наши доводы, которые были представлены суду, о том, что Гурьев не собирается скрываться от следствия суда, о его невиновности, о том, что необоснованно подозрение в совершении его должностного преступления,
о том, что он не оказывал никакого давления на участников уголовного судопроизводства, на свидетелей, это не было принято судом во внимание. Хотя мною были представлены объяснения сотрудников министерства о том, что никакого давления Гурьев на них ни в период работы, ни после не оказывал. А какая-то дополнительная информация от следствия была оглашена, то есть по ходу расследования, по каким-то аргументам следствия? Нет, были только те материалы, которые были в суде первой инстанции, и в принципе как бы заново они не исследовались. Мы попросили исследовать заново доказательства, это решение арбитражного суда, которое говорит о правомерности и невиновности Гурьева, о правомерности и законности его действий, когда он работал министром. Мы попросили также исследовать постановление правительства номер 629, это об установлении продажной цены земельных участков, которое также фигурирует и которое было как бы одним из оснований, почему именно вот этой организации были проданы земельные участки и именно по такой цене. То есть это не прихоть Гурьева была устанавливать эту продажную цену, а именно было сделано в соответствии с постановлением правительства. Правильно я понимаю, что это постановление завизировано тогда премьер-министром господином Мардановым? Совершенно верно. То есть постановление не выносил и не принимал Гурьев, он его только исполнял. Мое представление о том, что господин Марданов будет неизбежно вовлечен в этот судебный процесс, оно верное или есть варианты? В данном случае ничего не могу сказать, это потому что орган следствия решает вопрос о том, кого вызывать и кто будет свидетелем по делу. А вы, как сторона защиты, намереваетесь привлекать к процессу Марданова, Хамитова и прочих, кто участвовал во всех этих вещах? Ну, думаю, что, скорее всего, премьер-министр, председатель правительства, который подписывал вот эти постановления, наверное, должен дать какие-то пояснения по вот этим нормативным документам, которые были приняты правительством. Поэтому, скорее всего, да. Мы понятно. Будем писать об этом ходатайство. Ну вот мы приехали сейчас на место проведения голодовки дольщиков Миловского парка. За прошедшие сутки с небольшим их голодовки на них уже обрушился целый шквал обвинений, грязи и всевозможных эпитетов со стороны и официальных представителей дольщиков, так называемых, да и со стороны, собственно, самого временно исполняющего главы региона. Их обвинили в том, что они преследуют какие-то корыстные личные интересы, что они чуть ли там не пытаются влазить в процессы строительства, навязывают своих подрядчиков, что только не говорили, но в числе голодающих, в общем-то, простые люди, есть беременная женщина, мать-одиночка. Не могу сказать, что они похожи на каких-то злодеев-рейдеров. Ну, в общем, вот мы приехали узнать, как на самом деле все обстоит. И насколько решительно настроены голодающие? Мы уже слышали о том, что вы со вчерашнего дня начали голодовку. Я так понимаю, что голодовка бессрочная? Или у вас есть какие-то рамки? Нет, рамок нет, совершенно верно. Голодовка у нас бессрочная, потому что на сегодняшний день пока к нам никто не вышел на переговоры, и наши требования не хотят услышать. Те люди, от которых мы зависим и просим помощи и решения наших проблем. Собственно, что вас не устраивает в той схеме взаимодействия с дольщиками, которая, ну, как будто бы сейчас появилась, да? Вроде бы каждую неделю проводят стройчасы, бодро отчитываются о всевозможных там достижениях, планах и намерениях. Как будто бы вас в полной мере информируют о планах вот в отношении Миловского парка. Что-то идет не так, что-то вас не устраивает? Ну, во-первых, то, что стройчасы проводятся, вначале мы были лично вот, ну, довольны такому развитию событий, то, что произошла смена главы нашей республики. Начались, значит, обещания, что вопросы решатся в ближайшее время. По обманутым дольщикам республики Башкортостан, у нас их много, не только Миловский парк, поэтому, конечно, мы все с нетерпением ждали скорейшего решения проблем. Ну, какое-то время спустя были, значит, масса писем со стороны наших инициативных групп. Вот у нас, например, Миловский парк – это не один квартал и не два, нас много. У нас 32 дома, два из них сданы, 10-2, 10-3. Остальные дома находятся также в стадии подвешенном состоянии, в стадии ожидания. Поэтому
Естественно, многие люди наши инициативные писали письма на имя Абдрахимова, на имя Хабирова, в личное ему туда вот, с просьбой принять наших представителей, хотя бы там 3-4 представителей на стройчасе, и чтобы мы донесли свою проблему именно лично Радию Фаритовичу. Потому что у нас сложилось такое стойкое впечатление, то что вот одни обещания, схемы, которые придумываются в Гострое, в Минстрое и в других, ну, этих кругах, там, в министерствах, ведомствах, не работают. Такое ощущение, вот у меня лично сложилось стойкое ощущение, что затягивание сроков идут, что нас просто вот держат вот в таком напряжении. Мы и так уже долго ждем, устали, хотим решения проблем. На данный момент та схема, которая предложена вот по Миловскому парку, на ваш взгляд, она жизнеспособна, она воплотима или это действительно какая-то имитация? Ну, в самом начале очень подробно разбирали мы эту схему у Григория Сергеевича в кабинете, это было 6 февраля. Мы были у него на совещании, представители кварталов 4, 11, 5, 8. И он объяснял эту схему нам и на бумаге, и на пальцах. Нам показалось, вроде как она жизнеспособная. Тем более он клялся, божился, что 7 февраля наблюдений не будет, что они будут оттягивать этот неприятный для дольщиков процесс, чтобы всех успеть достроить, всем передать ключи. И когда 7 февраля в 3 часа, как гром среди ясного неба, ввели процедуру наблюдения, естественно, вот, например, на сегодняшний день вот на этой квартире находятся голодающие. Это 8-9 квартал, это 8 домов. И дом 5-2, это самый большой дом в жилом комплексе, 8-подъездный. Мы вышли на голодовку, потому что мы третья стадия строительства, по которым до сих пор нет ни одной схемы, мы даже в той схеме нету наших домов, это 9 домов. Это свыше 400 дольщиков обманутых в этих 9 домов, купили квартиры. И по нам решения нет, и, естественно, у нас самая большая опасность, вероятность, что если будет конкурсная, мы не увидим своих квартир уже никогда. Поэтому мы вынуждены были выйти на голодовку именно вот в таком составе, 8-9-5-2. Среди голодающих и среди тех, кто не согласен вот с этой схемой решения вопроса, есть люди, которые участвовали в программе «Жилье для российской семьи»? Вот в данный момент нет. У нас все покупали по 214-му федеральному ДДУ. Как вы оцениваете обещание, очередное обещание к 15 мая опять дать какой-то очередной план? Насколько это реально вообще? Ну, знаете, вот по поводу 15 мая, во-первых, нам сначала сказали, что это будет 3 июня, это вот последний стройчас, предпоследний стройчас. А потом в связи с тем, что наши голодающие, вот, которые сейчас сидят, и поддержка наша, в которой сидят люди, нас поддерживают, вышли на пикеты, мы бы не вышли на эту голодовку, если бы нас услышали во время пикетов. Мы очень ждали, что к нам подойдут, с нами поговорят, нас пригласят в кабинет. То есть мы живые люди, мы хотим, готовы к общению, к конструктиву, чтобы нас услышали, чтобы нам дали какие-то гарантии. Этого не произошло. Мы неделю на той неделе, с понедельника по пятницу, каждый день дольщики стояли с пикетами. Именно эти дольщики, которые сейчас голодуют. Эта схема, когда правительство и Хабиров определил там ответственных лиц от дольщиков, да? Ну, я имею в виду госпожу Гайсину, и ее круг приближенных людей. Во-первых, как вы оцените ее работу и насколько она действительно представляет интересы дольщиков? А во-вторых, ну, вы же слышали, как оценили вашу голодовку, вот эти вот, ну, я их называю официальные представители дольщиков, да? То есть они оценили очень резко, они оценили это так, что вы шантажисты, что вы какие-то изгои, что вас тут 3 человека, и вы ничего не значите, а все остальные за. Вот как вы эту ситуацию оцените, и то, как исполняет Гайсина свою задачу, и то, как она вас оценивает? Ну, моя оценка сложившейся ситуации, могу сказать следующее. То, что вначале, значит, я относилась, в принципе, неплохо к Гайсиной, это был январь этого года. Пообщавшись с ней 6 февраля, она была тоже с нами в Невостроево, я сделала для себя выводы, что с этим человеком мне не по пути. То, что были такие моменты, ну, это долго рассказывать, то есть, поверьте мне на слово, что для себя я сделала выводы, что я с ней общаться не буду, и человек не может представлять мои интересы по той простой причине, что она не является обманутой дольщицей,
И у нее были очень резкие суждения по отношению к обманутым дольщикам, очень резкие. Практически не считает нас за людей, обманутых дольщиков, сама не являясь обманутой дольщикой. Я считаю, что если человек позиционирует себя, как который безвозмездно готов оказать помощь, он должен вести себя хотя бы по-человечески, а не по-хамски. Вчера лично я сюда приехала, все дела бросила, потому что она меня попросила дать адрес голодовки, попросила, чтобы мы ее приняли, выслушали. Мы с удовольствием сказали, приезжай, послушаем. Я приехала, она довела голодающих людей до истерики вчера. Она вела себя хамски, она обвинила нас в том, что мы шантажисты, что мы не настоящие голодающие, что мы все куплены, что мы преследуем корыстные интересы, что эта голодовка фейк, что это шантаж, что шантажом мы ничего не добьемся. Но, естественно, со стороны голодающих была реакция близкая к истерике. А на каких основаниях она вас обвиняла в какой-то корысти, еще в чем-то? На основаниях тех, что она не решает проблемы, она только пытается решить свои проблемы какие-то во власти. Вот так вот, да? Это мое мнение, да. Понятно, так. Понятно. Человек, который обвиняет других людей в корыстных, пусть она это докажет, пусть представит тогда какие-то доказательства. Я готова. Любые доказательства, значит, будем с ней судиться, дойдем до судов. Пусть представит доказательства, то, что мы куплены, что мы преследуем какие-то корыстные цели. Люди идут на такие меры, всегда понимая, что других вариантов решения, или, по крайней мере, воздействия на проблему не существует. А насколько вы и люди, которые эту голодовку держат, готовы, скажем, добиваться этого бесконечно долго? Ведь Хабиров сказал, что он не поддается на шантаж, будет реагировать на это все. Ваш вопрос, да. В переводе на русский язык это означает, вы хоть помрите, но мы не изменим своих подходов. Мы знаете как, мы вышли на голодовку, это уже как крик отчаяния. То есть мы не задумывались на эту тему, мы не думали, что нас вот так кинут на амбразуру и скажут, умирайте. В принципе, мы это услышали. Мы услышали это и от Хабирова, то есть по телевидению, это было неприятно. Мы думаем, что Ради Фаритович погорячился и как-то примет нас не как шантажистов, а как отчаявшихся людей и пойдет навстречу. Сегодня у одной дольщицы сахар 2,1, то есть это не фейк, тоже мы это все сфотографировали, были медики, то есть это официально все заактировано. У второй голодающей сахар 3,3. 3,1. 2,1 и 3,1. Это уже, можно сказать, в любой момент может быть гипогликемическая кома. Мы хотим, чтобы на наш дом уже вышли, потому что, получается, уже с прошлого года обещают, что будут какие-то изменения. Прошлая голодовка, которая происходила в сентябре, мы там выходили, и нам пообещали, что все уже к апрелю будет готово, что я сама говорила Невостроеву Григорию Сергеевичу о том, что наш дом стоит, он под крышу, просто коробка, и стоит уже 4 года. Там ни кровли, ни окон, и он топится с 4 по 1 этаж. Получается, находится очень в плохом, таком плачевном состоянии, и еще одного года он не выдержит. Тогда Невостроев нам сказал, что да, они кровлю сделают. Потом началась смена управляющей компании в январе. Нам начали обещать, что в апреле выйдут, получается, рабочие на наш дом и начнут какие-то работы с 1 апреля. Мы вроде как бы сидели, ждали в надежде, что все будет хорошо, что выйдут. В итоге вот уже сегодня 9 апреля, по нашему дому ничего не известно. 2 апреля, после стройчаса, первого, когда был у Хабирова, 2 я была у Ахмадуллина, где задавала снова эти вопросы, задала вопросы Невостроеву по поводу нашего дома. Он сказал, да, вот со дня на день мы выходим на ваш дом, и все будет. Здесь же рядом сидел Минибаев, директор РОСО. Я повернулась к нему, спросила этот же вопрос. Он посмотрел на меня и говорит, нет, по вам даже схемы нет. Известно, схема только будет 3 июня. То есть показания у них расходятся? Ну, они рядом сидели. Я поворачиваюсь опять к Невостроеву и говорю, не понимаю. Говорю, как вот же, говорит, 3 июня? Он говорит, да нет, вот в апреле же. Я говорю, вы хотя бы друг друга слышите между собой?
Ну, вот вы сидите рядом, один говорит одно, другое говорит другое. Я говорю, какое финансирование будет? Они не могут ответить, и никто не может ответить вообще ни на один вопрос. А вам не кажется, что они просто тянут до выборов это все? Мое мнение, что да. Может, сколько до выборов, мое мнение, что больше даже до августа, когда ведут конкурсные, и тогда мы вообще все потеряем, и уже не будет выхода никакого. Получается, если я попросила их по поводу финансирования, у нас есть три дома ЖСК, на которые должны были НОФ РЖС взять кредит в Акибанке на 100 миллионов, чтобы, получается, достроить эти три дома. На эти три дома нужно было 88 миллионов. Минибаев говорит, мы не можем эти деньги взять и выделить. Как получается, должны были 100 миллионов взять, а на те нереализованные квартиры, которые есть в самом ЖСК, продать их и пустить на строительство 5-2. На что Минибаев сказал, мы не можем, как говорится, путать одно с другим. Вот. И сейчас якобы эти три дома строятся именно на свои же активы. Получается, НОФ РЖС там работу ведет, но они ни копейки не вкладывают туда, они достраивают эти дома и забирают эти квартиры. На данный момент три квартиры отдали уже за долг, ну как долг за газ. Это даже не получается, вот просто долг за газ не только за то, чтобы эти три дома вели как-то, а вообще общая задолженность Ньюловского парка.